Вот это капсульный отель в аэропорту. И мы собираемся с Лизой здесь поспать. Кстати, можно и телевизор посмотреть. Платят здесь по часовому в режиме. Так что покажу, как будем залезать. Лиза, я еще не залезла. Ну-ка покажи, где здесь музыку включать. Я не знаю, но здесь можно делать здесь тепло, воздух, да, холодно. Здесь... Наверху вентилятор. О, режим видишь? Сна есть. Режим сна. Так, давай. Обувь мы оставляем снаружи. Снаружи. Давай снаружи кладем. Никто не украдет. Там есть камера хранения. Ну ладно, я теперь тоже залезаю. Вот сейф. Все, Лиза, я залезаю. Ну вот у нас зеркало. Мы здесь с Лизой разместились. Перед нами телевизор, можно YouTube включить, но работает все это только в наушниках. На пульте круглом управляется кондиционером, отоплением, а внизу сейф есть, где можно денежки положить. Синяя кнопка выключает и включает режим открытия двери. Вот такая интересная вещь. Сейчас мы с Лизой будем спать. Ура! Кстати, матрас и подушка с запоминанием положения тела. Очень комфортно. Ну, конечно же, чтобы не слышать объявлений, нужно надеть наушники. Но вот теперь я уже в наушниках, ко сну готова, так что мы с Лизой засыпаем. Всем спокойной ночи. Ну вот и выспались. Нажимаем на кнопку. Дверь открывается. Вот мы и выспались. Ну что же вам сказать? Впечатления такие. Все очень комфортно, кроме одного. Все объявления такие громкие, что все слышно. Надо быть мертвецки пьяным или смертельно усталым, чтобы спать спокойно. Спасибо этому дому. Пошли к другому.